Здравствуйте, друзья! У нас сегодня турецкий шабаш. Такой, значит, ну, в хорошем смысле. Это моя родственница Злата. Да, она уже забывает немножко украинскую мову. Она из Донецка сама. А могла когда-то? Да, в школе. В школе могла. Ну, в общем, Злата приехала к нам из Турции. Мы ее, в принципе, показывали здесь. Да, у нас на канале была Злата. Была. Дважды. Так. А супруг ваш был на... Нет, это его дебют. Это его дебют. Он сам из Турции, натуральный турок. Я правильно говорю? Да. Вот, натуральный турок. 100%. И мы сегодня, друзья, я для себя открыл, что по-турецки шапка, друзья, это шапка. Да. Вы знали? Да, я знала. Вы мне не сказали. Я говорила, он не слушал. Правда. Вообще, короче, друзья, шапка это шапка. А поскольку, значит, Айхан, да? Айхан. Да. Айхан. Он у нас теперь, знаете, он не успел приехать в Америку, как стал локализейшн тестером, потому что по-турецки тут никто толком не говорит, вот кроме него. Что вы такое рассказываете? Короче, он натурально говорит по-турецки, с правильным акцентом. Его взяли в Apple, он еще в Google там на полставки был, и все по-турецки тестировал. Знаешь, как это было? Считалочка была, да? Мед пили, по-турецки говорили. А, я так не знаю. Это, наверное, что-то... А раньше вы не слышали? Слышала, как, но не помню. Это не эники, беники ели вареники? Это какая-то другая? Ну, про вареники я знаю. Очень, короче, по-турецки говорили. Так он мне принес кружку с маленьким таким яблочком, понимаете? Мало яблочко, да дорого, да? Да. Где брали кружку, расскажите? Кружка совершенно новая. Новая кружка? Absolutely. Японский фарфор пишет. He is asking, can you explain where you bought it from? Okay, we bought this mug from Apple headquarters, Infinite Loop. In is there a store there or what? Yeah, it is. They have a souvenir shop. У Apple нет онлайн магазина, и они продают только в headquarters. Подожди, блокноты, чашки. Но у них же там есть магазин, я туда ходил, и там никогда не было приличной кружки. Я всегда думаю, эх, так зря только приехал, нет приличной кружки. А вы в Купертино есть? Да? Купертино? No, yeah, in Cupertino. It's like they have Apple store. Да. Not only for laptops and tablets. Yeah, but I was there. It's mostly about some stuff you would never normally buy on only for to as a gift. Yeah, as a gift for the uncle. Окей, друзья, вот мы теперь с яблочком. Значит, ну если там майк там где-то будет, там раздавать будут бесплатно, там, то пусть возьмет. У нас многие студенты приносят, знаете, майки всякие. Я, правда, не очень Apple, ношу. К сожалению, бесплатно ничего не дает, но в следующий раз мы придем. Где не дают? Apple не дает. Нет, нет, покупать не надо. Значит, если будут бесплатно давать, это вопрос принципа. Надо иметь в жизни убеждения, понимаете? Нельзя так вот жить без убеждений. Поэтому, если дают бесплатно, надо взять для дяди. Okay. Вот. А если нет, то нет. Если нет, купить каждый может. Это не то. Ну, как ваши первые впечатления об Америке? First impressions of the United States. Land of opportunity. Глубоко. Глубоко. Okay. Land of money making land. So, are you making money or you just envision yourself making money? No, we are actually making money, but we didn't learn that we should be greedy enough not to spend what we earn and save what we earn. So far you tend to save. Yeah, we are trying, but we couldn't yet. I know people who cannot save any money, no matter how much they make. They might make hundreds of thousands and they still have negative balance on all the accounts and credit cards. There's so much stuff to buy in United States. Ну вот для молодой пары из Турции, значит, что в Америке так вот, что хочется купить? Дом. Ну, подождите, дом, это юрту, но там, кстати, в чем живут? В юртах не живут, там в Турции в чем живут? Нет, там живут в больших апартментах, в больших квартирах, там 5 комнат, например. Они не в домах? Нет, не в городе. В городе в квартирах, а в какой-нибудь там захолустье. Да, захолустье. Да. Хорошо, значит, так квартиру не хотите, хотите дом? Нет, мы хотим дом, да, чтобы там детей, собака. Ну хорошо, но это не обязательно в Кремниевой долине, это может еще где-то. Нет, не обязательно, это скорее всего Сакраменто или может Орегон стоит. Окей, то есть не так далеко от дяди, чтобы уж совсем там в Южную Африку. Нет. Это шутка.
Ну что же, друзья, давайте мы поздравим с Новым годом. Это был новогодний подарок. Он пришел в такой красивой бумажечке. Вот это не просто так кружка. Знаете, шел человек, кружку принес. Нет. Да, у нас такого нет. У нас сегодня, вы знаете что, раз уже мы сегодня это самое рассказываем о подарках, я вам покажу. Вот это, друзья, ну, минора, в принципе. Да, он похож на минора. Минора, да. Но это армянский коньяк. Вы Star of David. Yes. Oh, вот шестиконечная звезда. Вот, друзья, значит, что делают армянские коньячники. They brought it from Armenia? Я не знаю, they brought it from outside of the office. Да, а вот это у нас с акцизной маркой, друзья, написано... Кыргыз коньяк. Окей, все, вот видите, как что-то сегодня коньячный день, не успели выйти на работу официально. Чашку наливайте сразу. А, это знаешь, как обмыть орден там, да, на самом деле? Да. Ну хорошо. Ладно, друзья, отпускаем наших гостей. Я вот их тут принарядил немножко так. Пусть оно не совсем турецкое, но как бы из тех краев. Рядом. In Turkey itself. Do people wear anything like that? Except weddings. Yeah. And or some Ottoman old places, no. Yeah. How about chai sellers? In Yeah, in restaurant, I mean, this touristic places. Yeah, in touristic places. So it looks pretty much like that. Yeah. Who make they're, it like... But they're wearing jeans, but for this one... And they're wearing fesca. They're making coffee attract on tourist accent people. In the middle of tourist place. And okay, so Uzbek stuff from Uzbekistan is kind of similar. Yeah. Yeah. Вот так, друзья. Значит... Кто еще в Турции? Я думаю, многие были в Турции, да? Значит, давайте так, кто в Турции был из наших зрителей, ставьте лайк. Так, ну, многие уже поставили, не без моих слов. Те, кто в Турции не был, если вы хотите... Дети в Турции. Если вы хотите когда-нибудь побывать в Турции, тоже ставьте лайк. Потому что, как понимаете, да, то есть, кто лайк не поставит, у того шансы снижаются. Вот, так что, если некоторые скажут, а мне и не надо, тем более ставьте лайк, да, чтобы уже... быть там, где вы есть. В общем, короче, чтобы сбылись мечты. Да. Поэтому, друзья, отпускаем наших гостей. И это как бы такой вдогонку к Новому году. Поступают подарки. Значит, я буду вас информировать о новых поступлениях. Давайте помашем ручкой. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Как вот, say it in Turkish. No, Happy New Year on Turkish. Yes. Mutluyıllar. В общем, вы можете подучить пару слов теперь по-турецки. Да. Счастливо!